Новости и развлекательные программы, объявления, а также много полезного и интересного предлагает своим пользователям информационный портал города Рассказово. Главную страницу сайта занимает блок новостей. Это видео и фотоматериалы корреспондентов, а также активных пользователей портала. Волнующие темы поднимают и сами жители. Народные новости также пользуются популярностью. Их смотрят, обсуждают, комментируют. Порой авторы публикаций поднимают самые серьезные и волнующие всех темы, которые действительно требуют внимания. Что же смотрят, обсуждают и о чем говорят на городском портале? Все новостные материалы и программы телекомпании после эфира сразу размещаются на информационном портале города Рассказово. Для удобства новости разбиты по разделам – деловые, культура, общество, происшествия и другие. Пользователи активно принимают участие в обсуждении последних событий. Новости, которые набирают большее число просмотров, попадают в рейтинг популярных. Материал о задержании пьяного водителя набрал более 700 просмотров пользователей портала. Заинтересовались горожане также темой выборов и происшествиями. Статистика просмотров всех новостей за прошедшую неделю показывает, что горожан волнует вопрос о судьбе Асеевского дворца. Это материал, размещенный в народных новостях. Пока он стоит на первом месте по актуальности и числу комментариев. Жители бурно обсуждают и негодуют по поводу дальнейшей реконструкции здания и его будущего статуса. Очередной погром на кладбище тема тоже стала популярной и просматриваемой, но набрала всего 7 комментариев. Из новостей, которые прошли в эфире ТВ Рассказово, пользователи больше всего заинтересовались пожарами, детскими площадками, отопительным сезоном и информацией о новом главе региона. Все программы размещаются в зеленом блоке. Жители смотрят занимательную статистику, «Здравствуйте, доктор», православную программу «Благословение», интеллектуальное шоу «Один на один». Каждый месяц редакция портала проводит творческие конкурсы, в которых победители получают полезные призы. Новый конкурс «Яркая осень» набрал уже 14 участников. Свои осенние фантазии в виде букетов и натюрмортов присылают и дети, и взрослые. Главным призом станет сертификат на сумму 3000 рублей от магазина «Ридикюль».